Здравствуйте. В эфире программа «Зеркала времени», и с вами я, ее ведущая Екатерина Лазревич. Прозаик, поэт, свободно владеющий двумя языками и пишущий на украинском и на русском языках, а еще архитектор. Как архитектура отражается в творчестве современного литератора, далее сегодня в нашей программе. Стихи — это вообще мое состояние, какая-то такая взвинченность такая от этого всего, что происходит, оно так и в стихах выходит. А вот проза, тут немножко даже сложнее, потому что, вот, как вы сказали, я архитектор, и вот есть тоже такая вот ключ всего, что я делаю, неудовлетворенность, наверное. Вот. Как архитектор я не удовлетворен тем, что я не могу воплощать в жизнь все то, что я могу придумать. Могу придумать много, могу организовать много всякого пространства. Воплотить в жизнь я его не могу, потому что это или дорого, или не получится в связи с нашим экономическим состоянием государства. И вот в прозе своей я придумываю какие-то такие всякие вещи глобальные, которые можно воплотить в жизнь. Но в книге вот «Горизонты вожделения» я хотел сделать что-то глобальное, быстренько показать его эффект, чем это все закончится и так далее. Тут это такие мечты в прозе. Можно сказать, что профессия архитектор, она более масштабна, более глобальна, нежели, там, допустим, художник? Архитекторы все глобальные такие вот люди, они заканчивают свою жизнь тем, что стают художниками. Начинают все рисовать, то, что есть реализм, воплощать, рисовать на картинах. Да? А поскольку они не смогли то, что они думают, воплотить в жизнь. Вот чем я и занимаюсь своей творчеством своей занимаюсь, вот, воплощаю в жизнь то, что придумал. Давай мы с тобой не будем мелочиться, с воспоминаниями своими по земле холодной волочиться. Давай немного в мечтах полетаем, давай хоть на миг вольными птицами станем. Давай подышим на Карпатской вершине свежим воздухом гор, который давно отравлен в долине. Давай, наконец, поговорим с тобой по душам, отдавая дань уважения юным годам. Давай мы не будем никогда стареть, как раньше друг другу в глаза будем влюбленно смотреть. Николай, а как вы работаете над образами, которые вы описываете в книге? Ну, замысла окончательного нет в начале, вот, прозы, например, да, повесть. А, кстати, я пишу повести, они называются у меня блиц-повести. Они у меня небольшие по объему. Это я так сделал для того, чтобы быстро читать было и в сегодняшнее, как говорится, время, у всех нету этого самого времени. И вот быстренько можно прочитать. И как я работаю, первоначальные замыслы есть, тема есть. Вот в процессе вот этого всего дела сюжет как-то сам он так вот выстраивается. Ну, это вы срисовываете с реальных персонажей или все-таки придумываете и наделяете это какими-то конкретными? Частично. Есть какие-то персонажи, которые мне близки, или которые я где-то когда-то видел, конечно же. Вот. Муза какая-то должна быть, ну и так далее. Кстати, банальный вопрос о музах. Что же вас вдохновляет, что является для вас музой? Что является музой? Ну, наверное, как у всех, начиная с природы, заканчивая всем, что возле нас, что вызывает позитивные эмоции. Прозаик и поэт Николай Пигуляк родился в сердце Закарпатской Гуцульщины, в городе Рахов. Там находится самая высокая часть Карпатских гор. В народе поговаривают, что эта земля щедро одаривает своих детей не только талантами, но и упорством для их реализации.
Как рассказывает писатель, будучи обреченным судьбой на тернистую дорогу гордых предков-горцев, он избрал для себя свой творческий путь, стал профессиональным архитектором. Какое из направлений вам как-то ближе к душе? Архитектура? Да. Какой из стилей? Ну, будучи молодым архитектором, я любил хай-тек, это по интерьерам, много чего сделал. Люблю модерн, очень. Не люблю, сразу начинаю говорить, барокко не люблю, очень. Бывал в таких красивых городах, как Санкт-Петербург, там Париж, Вена и так далее. Мне просто не было интересно там, где есть барокко, потому что это такой стиль, он олицетворяет мещанство вот такое, да. А красивыми стили, я считаю, то, что я сказал, вот модерн – это красиво. И готика – это, конечно, тоже очень красиво. И... То есть готика все-таки вам нравится? Мне очень нравится, потому что это монументализм такой. И здесь он такой честный такой. Человек, вот он обращается. Вот. Ну, это, в большинстве своем готика – это такие культовые сооружения, это сакральная архитектура. Вот человек, он обращается к Богу так вот, без лишней мысли, без лишнего какого-то такого остатка, вот я к тебе, вот эти все строения высокие такие. Вот тут как раз я ожидала, что вам будет нравиться готика по причине того, что мы все-таки знаем наши Карпаты, они везде разные, в разных областях. Вы родом с Рахова, а в Раховском районе Карпаты совершенно другие, нежели даже в Оловецком, в Перечинском, соответственно, в Березнянском. Они более высокие и более крутые. Можно ли сказать, что именно это воспитало вас, ваш вкус к готике? Что вы росли среди таких гор? Да, это воспитало мой вкус не готик, и про готику я узнал в институте. Вот. Где-то о том, что она отдает вам. Да, вы совершенно правы, потому что это воспитало мое отношение к жизни, к тому, что, понимаете, монументальные вот такие вот горы, они человеку закладывают такой какой-то код в его жизнь. Потому и он философски воспринимает, не догматически, понимаете? Вот мое творчество, я так надеюсь, оно это такое вот желание посмотреть на мир такими незашоренными такими глазами, увидеть все, что там есть. Умение читать между строк требует большого интеллекта, присущего не каждому, кто берется за это. Читать все это очень трудно, ведь между строк нет вранья, без которого современному человеку не продержаться и дня. Вранье есть повсюду, заняло ключевые позиции, применяется в повседневной жизни, не затрагивает морали и амбиции. Между строк люди иногда читают действительно правду священную, явно не всем читателям, редактором предназначенную. А некоторые читать просто не умеют, а то и не хотят. Нашли себя в бытовом бизнесе. Они жизнью довольны и есть хотят. Хотят жить хорошо уже сегодня, вкусно есть, мягко спать, между строк интеллектуальной чушью извилину свою не забивать. Первая ваша книга была... «Турлаш». «Турлаш». Что означает название книги? «Турлаш», ну, наверное, это какие-то венгерский корень, а у нас оно означает вот что. Это сезонное схождение, вот, на украинском скажу, скрасание криги. То есть вот, речка, которая замерзла, на зиму она весной размерзает, и вот она идет, ледоход такой, вот так скажем. Вот. И суть такая философская состоит в том, что этот ледоход, он когда идет, он все сметает на своем пути, все, что было и хорошее, и построенное, нужное и ненужное. То есть осуществляется какой-то такой процесс очищения. Вот философия, там в стихах это есть, что вот человек, он бы мог брать пример с этого вот природного явления, турлаша, и очищаться хотя бы раз там в год, хотя бы как он весной.
или поздней зимой. Тогда был бы толк, человек бы думал над своими ошибками, как-то работал над собой и развивался. Не каждый человек это все делает, и мы имеем сейчас то, что имеем. Николай утверждает, что живописный Карпатский край, где берет свое начало быстротечная речка Тиса, при рождении наградил писателя своей мистической энергией. Это и стало судьбоносным в его дальнейшем мировосприятии. Я бы хотела развить эту тему, это взаимосвязь человека и среды, где он растет, в частности, природы. Вы для себя отмечали о том, что жители других областей, где ландшафт, горный ландшафт Карпат другой, они отличаются и своим характером. Какая вот особенно изюминка карховчан? Ну, это, ну как вы так нашли, это моя любимая тема. Ну, я вообще считаю, вот как, может, это неправильно, но горные жители, им трудно очень живется в этом мире, им приходится много работать. И все, что они получают, это они все получают с усилиями, большими, чем вот люди, которые живут ближе к цивилизации и так далее. И в связи с этим все наши достижения, они пришли с кровью, мы их очень ценим. Вот. И не зря вот в Закарпатье очень много художников. Вот вся эта природа, она вот так вот действует на людей. Им хочется творчества, им хочется больше красивого, обостренный такой взгляд на жизнь. Много писателей, много художников, философов есть и так далее. Утро в Карпатах начинается с величественного опоздания солнца. Горы радостно встречают светило и великодушно прощают это деяние. Такой горный заговор целую вечность продолжается. В нем на правах равного ветер соучастником считается. Как старый заговорщик что-то дома колдует, по утрам очень часто отсутствует, умышленно не дует. Безоблачное свежее утро, созданы идеальные условия для царской помпезности солнечного восхождения. Все зрители восхищены, отсутствуют сомнения наличия в округе равнозначного явления. Взошло оно стремительно, от горы с трудом оторвалось, у зрителей окончательно сомнений не осталось. Несмотря на опоздание, оно вовремя достигнет зенита, зальются живительным теплом все жаждущие света. А вы, когда достигаете определенную цель, что вы испытываете? Ну, когда-то радость, когда-то раньше. Когда-то было время какое-то разочарование, потому что вершина уже она здесь, и я на ней. То есть вам, возможно, больше нравился процесс, потом, стремление? Да, потом, да, вот противоречие, понимаете? Вот. А сейчас я понимаю, что процесс, он тоже очень важен по дороге к этой вершине. Вот. Есть много всяких вещей, которые по дороге нужно соблюдать. Это мораль там, и много чего всякого. Вот. То есть, мне кажется, что вершина – это не главное. В этой книге у вас есть стихотворение «Обращение к читателю». Вопрос, так все-таки, кто же ваш читатель? На кого ориентировано это? С Турлашом было все просто. Мой читатель – мой сын. Главный читатель. Ну, вы должен тут... быть, был быть. Ну, вы тут обращаетесь совершенно к различным уже впоследствии. Ну, понимаете, в процессе написания книги, ну, она задумывалась в стихе, как какое-то послание сыну, в принципе, да, своему. Хотелось, чтобы он воспользовался моими там наработками довольно такого опытного человека и уже как-то стартовал. Ну, в процессе вот издания книги я понял, что каждый человек должен развиваться сам. Какие-то старты, это в принципе неправильно.
И вот обращение уже как-то трансформировалось с обращения к сыну, вот, еще и к кому-то. Хорошо, если мы тогда уйдем от Турлаша, то какой ваш читатель? Какой он? Я имею в виду вообще в целом, для кого вы пишете? На кого вы рассчитываете? Я хочу, чтобы мои творения читали люди, которые имеют какой-то философский склад ума. Люди, которые ироничны. Это в первую очередь. Потому что не люди, которые не имеют здоровой иронии, они читать это не могут, они сразу будут обижаться. То есть ироничны, это в первую очередь. Я бы хотел, чтобы это были люди, которые знают несколько языков, чтобы они имели ментальность как украинскую, так и русскую. Я бы хотел, чтобы... Ну, для закарпатцев в первую очередь я это все написал. Я хочу, чтобы они гордились своим краем. Я хочу, для ужгородцев я вторую, третью книгу написал, чтобы они гордились своим городом, Ужгородом есть чем. Вторую для раховчан написал, чтобы они гордились своим городом Раховым. Мне кажется, что закарпатцы немножко... так сидят на лаврах своих, уже все давно говорят, что Закарпатье – это хорошо, это красиво, климат, кухня, люди хорошие. И мне кажется, что от этого они незащищенные. Все, кто был где-то немножко подальше по развитию, уже к нам поприближались, уже нас немножко так уже вот подтесняли. Нужно закарпатцам немножко вот так взяться, вот так встрепенуться, очиститься, турлаш такой произойдет. И пусть они дальше идут, развиваются, иронизируют над собой, гордятся своим краем. И вот на следующую ступеньку. Так выше и выше. Вот моя цель. А за что вы любите Закарпатье? Я их сердцем люблю. Это единственное, что я люблю. Или не единственное. Одно из единственного, что я люблю сердцем. А не умом. Это Закарпатье или люди, или закарпатцы? Закарпатцы. В книгах Николая Пигуляка встречаются и глубокие мысли, и необычные поэтические образы. Но что, на мой взгляд, заслуживает отдельного внимания, так это то, что свои размышления автор часто выражает в иронической или даже саркастической форме. В «Людях», говорит Николай, он наиболее ценит самоиронию, а это уже дает возможность судить о человеке. А в чем, по-вашему, должно заключаться очищение? Это что, пост? Это самоанализ? Нет, очищение, я думаю, очищение – это когда человек адекватен к ситуации, которая вокруг него, просто адекватен. То есть он меняет свои мысли, свои приоритеты меняет, меняет свою музу, которая уже не муза, ну, в нормальном смысле этого слова. Когда он развивается, когда он самокритичен, когда он начинает видеть то, что не видел вчера, там, начиная с солнышка, там, природы, которое не видел просто вчера. Сегодня он видит. Потому что он остановился, задумался и вот очистился. Вот формула, рецепт. То есть, исходя из этого, выходит, что вы считаете, что человек, он склонен меняться? Нет, человек, скорее всего, склонен не меняться. Но если над собой делать усилия, то можно меняться. А за какие черты вы больше всего цените, так сказать, людей? Какие черты характера, может быть, личности? Ирония очень нравится. Когда человек ироничен, он может немножко над собой посмеяться. Вот это мне очень нравится. Это высшая форма ума, мне кажется, высшая форма очищения. То есть ты не только очистился вот вследствие турлаша, но ты еще и смог поиронизировать над собой, над тем прежним, который был до очищения. Это же хорошо. Я, видимо, сумасшедший. Человек с особой уязвимостью, страдающий исключительно сильной интеллектуальной независимостью. Обществом явно не признан я за вопиющее самовыражение,
Мое постоянное ироническое над ним глумление. Оно находится в недоумении, теряется в ярости, мобилизирует силы, противостоит моей наглости за то, что я с особой уязвимостью пользуюсь неправомерно его благами, явно чрезмерно. Вы не допускаете мысли, что ваши фантазии впоследствии могут иметь реальную реализацию? Вот вам не кажется, что все-таки архитектор, писатель, он может... Ну, потому что у Жюльверна тоже были очень четкие расчеты относительно его машин, подземных кораблей и так далее. На его знаниях? Да. То есть, что это... Допускаете ли вы такое, что архитектор-писатель может иметь право на провидение, на пророчество? А я для этого и делаю, если честно. Я это все, ну, проектирую, скажем так. Я проектирую свои вот эти вот повести. Это вот «Горизонты вожделения», это мое такое послание вот миру, такой вот «Привет Риббентропу», как это было, оно называлось. Вот. Дело в том, что я уже говорил, что трудно что-то сейчас построить, потому что кризис. Вот я это все проектирую на основании своих каких-то знаний. Знаний в ландшафтном проектировании, там, знаний там, во многих вещах. То есть эти все вещи, которые, там, о которых идет речь, они могут быть воплощены в реальность. И я даже больше могу сказать, что даже сейчас я где-то даже вижу какую-то реализацию того, что я, все, что я задумал. Так, здоровая самоирония отличается тем, что не причиняет вреда ни тому, кто шутит над собой, ни тому, кто слышит эти шутки. Это легкий, необременительный юмор. Она также хороша тем, что способствует более искреннему общению, позволяет нам приподнять маски. Насколько это удалось нам, судить, конечно же, вам. Жизненное кредо. Ну, кредо, все в будущем, вот мое кредо. Нужно жить в этом мире и быть готовым к самому, к хорошему быть готовым. То есть не обозляться, быть позитивным и ждать от жизни хорошего, а не плохого. Вот это мое кредо. Оно иногда даже спасает в тяжелые минуты какие-то. На сегодняшний момент, что бы вы отнесли к самым важным достижениям в своей жизни? Ну, я бы должен сказать, что все самое важное в моей жизни будет впереди, оно в будущем. А если так без иронии, то важное в моей жизни, ну, важное в моей жизни то, что я ставлюсь к всему этому, что сейчас нас окружает иронично. Это самое главное достижение в моей жизни. Ну, вот так. Я довольно самокритичен, вот так вот. И потому ироничен. Самоирония дает умение планировать рост, рост нашей личности. Тем самым, через умение мы идем к гармонии внутренней. Ищем правильный путь, а не прямой. И тогда нам будут открываться двери там, где есть возможность творить слогом, словом, опираясь на свой опыт и знания. Я же могу договорить. Или это будет говорящая ноги? Смотри.
так не любите же всех.